Здравствуйте, меня зовут Элина. Мы отдыхаем в Геленджике и сегодня собрались на гору Олимп прокатиться на фуникулёре. Мы приобрели билеты стоимостью 1000 рублей на одного человека. Он обеспечит нам довоз до канатной дороги, обратно, посещение контактного зоопарка и один круг на колесе обозрения, которое расположено на горе. Вот такой микроавтобус подвезет нас к канатке. Прибыли на территорию парк развлечений Олимп. Вход на посадку на канатную дорогу. Он подъезжает креслица. Вот так происходит посадка. Раз. И поехали. Вот мы сели и в начале движения. Как там наверху? Жизнь есть? Вон котятки играют. Нам навстречу движутся те же самые тележки воздушные. А вот какой-то прудик с утками. Так интересно наблюдать все это с высоты птичьего полета. Здесь наверху ветрено, мы захватили с собой куртки. Вот в какой близости буквы Геленджик. Они такие крупные. Снимаю с горы Олимп, со смотровой площадки. Вот вам бухта с высоты птичьего полета. На горе ходит бесплатный автобус до Красна. Вот мы сейчас едем в нем. Нас привезли на смотровую площадку к кресту. Вот посмотрите, как он выглядит вблизи. А вот крест с другой стороны. А вот посмотрите, крайняя точка смотровой площадки у креста. Вот такие булыжники. Мы едем на колесе обозрения. Сейчас покажу бухту самой высокой точки. Мы только что вернулись с креста, шли пешком, потому что в автобус не влезли. Оказывается, стоя в нем находиться нельзя. А пешком шли в горку, я запыхалась. Солнышко практически уже зашло. Вот, посмотрите, полноценный закат. О, как
такой ветер поднялся. Сейчас у меня как сотовый из рук выхватит. Кстати, уже оделись. Вот Костя сидит в куртке. Ой, ветер, наверное, в микрофон так задувает, что ни слова не слышно. Мы на канатке, начался спуск назад. Солнце уже полностью село. Так, что-то нас потрясывает. Кузенька, а почему нас потрясывает? Кто-то слишком мало ел. Помнишь, как мы с Алисой? И поскрипывает. Соединенных канатной дорогой, обеспечивающей доставку посетителей от подножия Мархотского хребта на вершину. Вас ждет захватывающее путешествие на канатной дороге протяженностью 1140 метров, на высоту 640 метров над уровнем моря. Веселые приключения, незабываемые открытия и знакомства. Приятного отдыха. Все какие-то тихие едут. Давай покричим. Ветер только начинает. Ножки, ножки мои, ножки. Костик от радости кричит. Что же все закончилось, и мы домой. Не пугай людей, не ори. О, наши там. Да, кричи. Лошадка, ёжик. Да, здесь уже ветер. Наверное, горы закрывает, да? Там наверху ветрище был. Можешь капюшон снимать. Задние фары как видны. Вот здесь тихо наконец. Наверху громко было. Город зажегся огнями. Так быстро садится солнце, наступает темнота.